Иногда может показаться, что мы говорим на разных языках. Но на самом деле мы учимся не только на своих ошибках. Нам помогают знания, которые, как мы думали, просто пылятся на полке. Потому что без прошлого не бывает будущего. Да, наш мир постоянно меняется. Мы придумываем, мы соревнуемся, мы побеждаем. Но мы всегда помним наших учителей. И мы до сих пор не знаем, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух. С днем русского языка!